Какие прекрасные фоточки с Португалии. Как же круто я отдохнул, а? Только мать его сам. Потому что визу Жеке не дали. Визу Жеке не дали, понимаете? Три раза визу Жеке не дали. Я не знаю, надо отомстить этим испанчикам, надо отомстить. Если вы не видели, как было круто в этой Португалии. Ребята, кто следит за моим инстаграмом, тот огромный молодец. Я там истории пощу каждый день и фоточки выкладываю. Вот, можете переходить, ссылочка есть в описании, или вот мой ник, там можете переходить. А я за Жеку отомщу. Я за него 100% сейчас отомщу. И Жека тоже со мной отомстит. Надо отомстить и Португалии, которая визу не дала, и Испании, которая визу не дала, и вообще всей планете, то, что обломала нам отпуск. Жека! Жек! Заходи давай, троллинг! Ща будем черепа кромсать. В общем, Жека, мать его, это вообще несправедливо, понимаешь? Столько пытались. Один раз, второй раз, третий раз, и ни хрена не получилось, понимаешь, Жека? Подожди. Это что, новая серия троллинга, что ли? Ну да. А чё? Ну, блин, тогда нужно лайки ставить. Лайки? Я про это вообще, честно, тебя забыл. Думаешь, лайки надо? Мне кажется, нужно как можно больше лайков, чтобы новая серия троллинга быстрее вышла. Ребята, троллинги у нас сейчас выходят крайне редко, поэтому если вы хотите видеть новую серию, поставьте огромный палец вверх прямо сейчас! 25 тысяч лайков, и печально сразу же выйдет новая серия, поэтому все зависит только от вас. Жека, мне... понял? Понял. Иди сюда, Жека. Будем сейчас разбираться. Давай, заходи. Ты сегодня какой-то прям резкий, мне сразу. Резкий, конечно, потому что бомблю, горит, понимаешь? Давай, заходи. Хорошо. Короче, а сейчас и у тебя еще бомбить будет, понимаешь? Это посольство Испании, понимаешь? Ах, это эти твари! Да? Куда... Вот именно, понимаешь? Короче, кто не знает... Всё! Спокойно. Кто не понимает, я недавно летал в Португалию, вот. Как, кстати, Жека, как тебе наша поездка? Идеально просто, мне очень понравилось посидеть дома, вот, очень классно. Вот именно! Жека не летал, потому что и твари из Португалии, и твари из Испании не дали ему визу. А все почему? А потому что... Просто а так. потому что это я. Да, потому что, ну, так захотелось им. Поэтому сегодня, Жека, мы с тобой будем разбираться. Идем еще раз подавать на визу. Пошли давай. Идем. Давай сюда. Тебе сюда. Хорошо, я иду. Давай. Тебе нужно... Да сюда, заходи. Сегодня... Что ты, посольство Испании? Уже непонятно. Испанское посольство. А что за красно-белое-красное? Это флаг Испании. Не замечал, что... давай! Ой, muchachos, amigos! Muchachos, amigos, vai español! Так, проси у него, давай, визу, давай, проси у него! Дай мне визу, быстро! Нет, в смысле, нажми на него, что он там тебе говорит, я не понимаю. Хорошо. Чё? Мне кажется, он меня послал. В смысле послал? Он мне как-то очень грубо даже послал, эти сын. Прям как-то... НИХА! Мучачо Самигос вообще оборзел, как ты видишь! Так, вообще, я не русский вышел. Ну как бы он в России работает, посольство Испании. Да. Что за хрень? Смотри, сколько тут людей, и всем дают визы, а тебе почему-то не хотят. Тебе сразу так говорят, пошел вон отсюда. Чё это за несправедливость? На самом деле, он немножко не пошел вон, говорит. Вот. Да. Короче, мы и так вернемся, Жека, пошли собирать документы. Да, в общем, нужно собирать документы. Я испанский немного шарить немного испанский. Он тебе сказал то, что везде тут разбросаны документы, которые нужно собрать. Нам справки и... как это по-испански будет, как это? Да-да-да-да, документус, понимаешь? А, понятно, понял. Тут меня не только документы, тут еще и ловушки везде. Но это посольство Испании, что ты хочешь, короче. Да, это твари такие еще. Твари еще те тварины. Короче, тебе нужно, Жека, ходить по этим всем комнатам, и в каждой комнате тебе нужно достать документик. Вот, первая комната. Иди сюда. А это все, это я все организую. А, ну хорошо, давай, организовывай. Да. Я про шар испанский, мы с ним договорили, чтобы они просто мне ключики давали. Паскуди твари, чтобы я тебя сюда пропускал. Давай, заходи. Деспасито! Так, в общем, где-то тут один документ спрятан. Поставьте спанпоинт себе где-то. Какой документ? Я не знаю, это твои документы какие-то разбросаны. Может где-то паспорт, может где-то билеты, может где-то еще что-то. Лара муэрто де ла Жека, да? Да. Да что ты не можешь допрыгнуть.
Да я что-то разучился играть в Майнкрафт. Что ты разучился в Майнкрафт играть? Давай, документы! Жека, нужно нажать, чтобы прыгнуть. Это специально, это специально. Давай. Вот чтобы удивить испанчиков, да? Чтобы удивить испанчиков. Да, да, вот именно. Да, нажми, вот именно. Хотя нет, знаешь что нажми, знаешь что, Жека, нужно нажать. Нет, уже ничего не нужно. Гемод 2 нужно, понимаешь? Давай, ага. Давай. Так, ну я успел там спалить, что ты с невидимые блоки. Да? Так, нет, где-то... Ничего. Ой, не знаю, вот они, вот, видишь, тут. Опа! Это я специально, что ты не припрыгивал, вот. Почти успел! Почти! Вот эти испанчики очень такие. Буль-буль, да. Буль-буль очень такие. Как это сказать? Какие они? Горячие парни такие, горячие. Горячие, понятно, но еще какие? Засранцы! Да, засранцы. Ну это вообще не вообще петухи. Давай, Жека! За документами. Да это сложно! В смысле, паркур 4 блока! Сложно это, сложно. Да поймай. Блин, там нету блока, в том-то и дело. Да вот он как, вот перед тобой стоит. Смотри, опа, я встал на него. Опа. Как это? Я не успеваю, родиться. Да? Ну давай еще раз попробуй. Я умираю. Умирай, да не надо умирать. Давай. Испанчики вообще заразы, я тебе честно так скажу. Хорошо, я тебе помогу, в этот раз я тебе помогу. Вот так давай. Давай. Испанчики твари! Так, хорошо. А тут есть блок? Да, тут есть блок. Нет! Это пипец. Может что-то... Да я понимаю, может что-то тут на начале. Испанчики очень коварные существа, я тебе честно скажу. Может что-то тут они запрятали такое. Дверь какую-то запрятали, возможно, такое, которая выделяется опять. Я не знаю, возможно, что-то тут выделяется. Она прям дверь конкретно так выделяется так. А быть дверь, проем такой, дверной проем, дверь такая. Дверной проем. Это? А, да. Так, ну карточка нужна. Да. Да. Где карточка? Где-то тут она тоже должна быть. А, да, она тут должна быть. А, вижу. Что ты видишь? Вижу как. Ай-яй-яй, ну проходи, давай, проходи. Вижу наполовину. Что? А. Ага. Пошёл. А. Ой, шо? Это как так произошло, я не понял. А шо там было? Что ты так стоял и умер? А, ну, наковальня на меня упала. Какая наковальня? Не было никакой наковальни. Не, давай это вот, убери это из звука, хорошо? Хорошо. Спасибо. Не нужно так делать, не нужно. Я ничего пощади. Не делаю. Спасите, помогите. Что-то там спрятанный сундук, попрыгай, возможно, да там куда? Что-то. Да вот тут, в этой вот всякой, вот тут, а где-то может спрятанный такой сундучок-то. Билеты. Я взял билет. Билеты есть! Остался паспорт! Испанчики будут довольны! Паспорт еще там что-то, справка какая-то там. Мне кажется, сам не поможет, Эдисон. Не поможет, да все поможет, все будет. Если не поможет, то вообще жесть. Короче, Жека, первую комнату ты прошел, поэтому давай, следующая комната у нас будет вот эта. Давай, открываем. Третья, давай. Третья? Давай. Я был. Вперед! Ну, ладно. В смысле, не было второй. Давай! Вперед! Мне было... Ну ладно, так, хорошо. Спанпоинт поставь, спанпоинт. Спанпоинт. Тут я понимаю, что что-то такое должно быть. Ага. А что там? Я понял. Видишь, ты уже прошел, ты уже что-то прошел. Что, я смотрю на стенки, типа как-то на стенках, да, должно что-то показываться, типа как-то проходить. Я вообще не представляю, ты показывай консульство Испании, это они тут все строили. Смотри, вот можешь бегать. Ага, на вторых не могу. Так, я не понял. Непонятно, на первых я могу, вообще. На вторых не могу, на третьих могу, на этих тоже могу. А там не могу. Не могу. А ты просто так беги, пробежал, быстро так, пробитара-та-та! Не получается так. Не. Турнон ложик, Жека. Что тут такое, они что-то непонятное? Это запомни, Жека, запомни. Это все подстроили испанчики. Да, вот смотри, тебе нужно пойти. Ничего тут нету. Да, значит, что-то по центру должно быть. Что по центру должно Какая-то быть? Какая-то специфическая нажимная плита. Специфическая? Конечно, все плиты одинаковые. Турнон ложик, Жека, think about. Ты был в первой комнате, да?
Ну. Ты там забрал билеты. Да. А ты, тут я пришел за паспорт, а правильно? Ты, а где ты сейчас? В третьей комнате. Угу, понятно. Да, я тебе еще говорю, что я не был во второй. Давай, проходи. Чё, куда проходить? Дальше, испанчики все подстроили, давай. Надо... Я ничего не понимаю, что ты от меня хочешь? В смысле? Что? Давай, давай, проходи, проходи, давай! Ничего тут нету. Я вообще не понимаю, честно, испанчики вообще твари. Какие-то. А что делать в этой третьей комнате? Не знаю, я не знаю, что ты задумала, я не понимаю. Это сюда я могу встать, да, допустим? Да. Сюда? Не могу. Хорошо, будем знать, то что да, я не могу встать. Угу. Ну и что это мне дает? Так, хорошо, смотри. В первой комнате ты... А чё ты вышел? Ты как... Читер дверь сломал! В смысле, ты её сломал, как? Я её не ломал! Ты её сломал, я за тобой пошёл просто и всё. Я её не ломал, не было такого! Да не было такого, когда? А как бы я её в Гемоде 2 сломал, скажи мне, пожалуйста. Хорошо. Ну, читер. Вот с читером я играю, да, с читером я играю. Так, хорошо, Жека. Иди в третью комнату, тебе нужно в третьей комнате что-то найти. Да чё мне нужно найти? Ты можешь мне русским языком сказать? Ну смотри, сначала идет первая комната, да? После единички что идет? Третья комната, да? Я тебе сразу об этом говорил! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты... Да как... Какие? Какие испанчики? Какие? Та-та, чары, так. А тут сундук пустой, сундук пустой. Как так? Вот так. А что делать? Теперь нужно дверь зайти, дверь. Код, нужен код, понимаешь? Я боюсь нажимать на этот код, потому что у меня это. А какой код? Я не знаю, какой код. Надо подумать! Какой? Откуда я могу его взять? Сколько испанчиков в этой комнате? Код это сколько испанчиков в этой комнате? Чего, блин? Да, тебе нужно их посчитать. Только считай внимательно их считай. Ты же издеваешься. Ты не издеваешься. Сколько испанчиков? Я, конечно, издеваюсь, это троллинг. Раз, два. Да сколько? Нет, это не про неправду. Это правда, я честно говорю, сколько испанчиков это кот. Только. Раз, два, три. Я тебе честно говорю, если я тебе вру, то я паршивец. 4, 5. Только внимательно считай, сколько испанчиков столько. Меня шатает. 1, 2, 3, 4. 4, 8 потом идет. 5. Сколько испанчиков, столько вот цифр, и потом столько вот кодов, вот этот код нужно да, туда. Я это не понимаю. Мне нужно сосредоточиться. Опа. Только код нужно будет вести туда, понимаешь? 1, 2, 3, 4. А в эту в дверь, там где код нужно водить, Джека, код, понимаешь? Код нужен. Так, здесь 11, 12. Какие 12? Никого тут нету, испанчики. Ла-ла-ла, мучает, ла-ра-ра! Понимаешь? 13 испанчиков, 13! Вот слева 13, да, куда я сейчас смотрю? Нет, я просто не умею считать, я рандомную цифру сказал. 12! Да не мешай, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 7, Жека, 8, 9, 10, 11. Какие? Два дня осталось до вылета. Тебе нужно визу сделать, Жека, визу, понимаешь? Какие 19? Давай быстро, Жека. 25, 28, 30. Да какие 30? 30 испанчиков. Да неверно это все. Да я тебе говорю, что неверно. Испанчиков вообще злые, как ты заметил, да? Да ёкарный бабай, да... 30! Да! Давай, входи! Да свой! О! А-а-а! Да. Что произошло? Ты там ничего не заметил? Я упал. Лоханулся. Ты упал, но ты остановился в воздухе, а потом опять вперед пошел и случайно упал. Да заходи уж! Да я не могу зайти, мне шатает всего! Так, ага. Ага, паспорт, это же. Паспорт! Молодец. Улетай. Паспорт. Улети. Ура. Так, есть билеты, есть паспорт, да? И что мне еще осталось? Что тебе осталось? Может, мы уже так пойдем? Пошли, давай. Давай, паспорт, давай, билеты, давай. Держи. Так, что он тебе скажет? Мне посылает. Не обижайся. А что еще надо? Так! А что
этим делать? Мне кажется, еще документы. Какие документы? Опять не дали визу, шо ли? Так в смысле? А, все, я все документы нашел? Я не знаю. Я все, улетаю, ты опять со мной не летишь. Что делать? Я, по-моему, паспорта и билетов это мало. Такие мало, это нормально! В прошлый раз и так же все было! Я в прошлый раз тоже не дали. Я тебе предлагаю устроить с собаками теракт небольшой в этом. Нет. Слушай, мне нравится эта идея. Нравится? На нос его прям нацепим. Иди сюда. Мне кажется, иди сюда, пока ничего не делай. Иди сюда. Мне кажется, нужно просто самому стыбзить самолет, вертолет и просто улететь в эту сраную баню. Черт, это виза! Короче, за спину ему бросай, иди сюда, вот сюда, на спину ему бросай. На спину? Ща ему. Вот так вот, да? Да. Готов? Подожди. Да. Готов? Давай выйдем. Если б мишки были пчелами, то они бы никогда ни по чем не подумали взрываться. Вот так вот. Пошли, Жека, давай, пошли! Давай, садись в вертолет, давай! Там Испания впереди, давай! Да ё-моё, куда садиться-то, чтобы полететь? Направо? Да давай, да, направо, Жека, давай, полетели! Давай! Направо! Да я не могу здесь. А, всё, сел. Давай! Я сел. Ну давай! Фьюэла нету, понимаешь? Да, конечно, нету фьюэла, нужно заправить, давай! Что думаешь, вертолет без фьюэла, без бензина работает? Давай быстро, Жека, полетели! Так, подожди, я заправляю. Все, полетели! Давай! То ли остановись там перед стенкой, перед Испанией, разгромим нахрен всю эту Испанию, давай! Выпрыгивай, когда будет... Ниже! Выпрыгивай, давай! Поп-п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 оп. Ага, все, я приземлился. Ой! Дебил, ты понимаешь, в Испанию так просто нельзя идти, в Испанию нужно подготовиться перед тем, как ты куда-то идешь. Ты пехайся сюда. А что мне делать? А, ты пехайся сюда. Так, ТП Эдуардо Пирациано, ага. Король, чужак. Ты готов? Подожди. Да хватит стрелять, мы еще ничего не сделали даже. Я не стрелял. Ты готов разгромить нахрен эту всю Испанию? Да хватит стрелять, постреляй. Я сундук открываю, он стреляет. Ага. Мы с тобой братья-терминаторы, понимаешь? Сейчас ага. всю эту Испанию, что мы с ней сделаем? Взорвём нахрен! Вот именно, готов, Жека? Да. Давай, валивайся! Давай! Испанчики проклятые, визу нам не дали нам визу! Давай, Жека, мучайся! Ла-ла-ла-ла-ла, муэрто, давай! Бура-бура, андека! Ла-бурито, ла-диспасито, давай, Жека! Надо Бурито! Всех надо закромсать, Ой, пардон, мучать, пардон, амиго! Я не испанец, дебил! Русичан партий! Давай! Это уже не русские дебилы! Да не слава, ты за швайда! Фашист, проклятый! Испанчики, я извиняюсь. Ты же дебил, ты же меня тут оставил! А шо? Мы были с его командой! Я сверху защищаю, Жека! Защищает он, сейчас меня убили за тебя уже три раза! Предатель. Бесполезно! Жека, да, бесполезно. Я не знаю, что делать, я честно тебе не знаю. Третий раз нам визу уже не дают, понимаешь? Если ты все виноват. Ты виноват, ты понимаешь? Потроллит, дай меня, троллит меня. Третий раз визу не дают, паршивцы, заразы! Эдисон, я не знаю, как что делать. Мне кажется, нужно просить помощи у наших подписчиков. Мне тоже так кажется. Только подписчики могут помочь, Жека, ты приходи ко мне. Только подписчики могут помочь и повлиять как-то на выход новых серий троллинга. Согласен с этим, Жека? Да, нужно лайки ставить, тогда новые серии троллинга выйдут и нам точно дадут визу. Да, нам, ребят, мы очень расстроены, то что нам визу не дали, поэтому, если вы хотите новую серию троллинга, обязательно поставь лайк. Прям сейчас поставь! И еще, Евгений, тут новость такая небольшая есть, да? Да, есть такая новость, небольшая такая новость. Какая? Такая вот маленькая новость. Маленькая новость такая. Пирожки испекла. Да, МС Женюля бабуля пирожки и всем испекла, да, в своем новом ролике. Поэтому кто хочет пирожочек от МС бабули, Женюли, вот это всякой, да, захотите смотрите, и каждому пирожок будет, вот обещаю. Да, пирожок, пирожки, вот. Конечно, будут. Лайкусики, писки, подписки.
Оля, амигос. До свидания. Бурито. Деспасито.